Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня с вами пойдем в светофор. Проспект Ленинского, Комсомола, город Курск. Мы здесь не были где-то месяц по этому адресу. Посмотрим новинки и ассортимент. Я желаю вам приятного просмотра. Давайте сразу посмотрим, есть ли что-то из новинок. Урюк за 109 рублей килограммовый. Мы с вами его уже знаем. И здесь у нас сухофрукты, орешки. В общем-то, я смотрю, что они все в отличном состоянии. Все свежее, я имею в виду. Арахис в сахарной глазури. 92 рубля за 500 грамм. Наверное, вот так вот посмотрим сейчас общим планом. Но вижу, что есть разные орешки, все, которые продавались и продаются в светофоре. Изюм, который вы забарковали, 98 рублей килограммовый. Пишите, что при промывании остается одна шкурка или ничего не остается вообще. И давайте смотреть еще, что нового. Конфеты комбинированные 170 рублей за 900 грамм. Давайте посмотрим, что еще на другой стороне. На другой стороне пока новинок тоже не вижу. Печень ментая, молоко цельное сгущенное, 46 рублей, 8,5% с сахаром. Сгущенка вареная, 43 рубля, с заменителем молочного жиграна, кстати. Главное искать, новинки всегда мы найдем с вами. Смотрите, мультизлаковые конфеты с кондитерской глазурью, 126 рублей за 500 грамм. Вот этот короб у нас. Я хочу посмотреть, где состав, показать, конечно, его вам. Смотрите. Производитель город Москва. Может, кто-то уже пробовал, напишите, пожалуйста, свои отзывы, понравились конфетки вам или нет. А тем временем здесь тоже новинка. Подушечки слоеные, маленькие такие все. 136 рублей за 1 килограмм. Они с шоколадной начинкой. Злаковые батончики по 41 рублю. 5 штук по 30 грамм. Очень вкусные, кстати. С кокосом они. Спринт, знакомый уже нам с вами. По 40 рублей. 5 штук. 50 грамм в одном батончике. От Яшкино. Вафельные рулеты 57 рублей. Они, конечно, жирноватые. Сами по себе. И твердые. Но всегда не зависит от срока годности, я имею в виду. Вот эти вот очень вкусные, если свежие. По 176 рублей. Веселая телочка они называются. И Тими были. Аленка тоже. Многим она, кстати, не понравилась. 54 рубля за 200 грамм. Микс очень вкусных конфет здесь. 282 рубля он стоит. Трюфель, ромашка, батончики, рот, фронт. Друзья мои, я помню о ваших пожеланиях, чтобы я показала полностью конфеты, сладости, консервы. Я обязательно покажу. Вот здесь, по-моему, что-то тоже у нас новое. Конфеты ассорти. На марсианку, да, чем-то смахивает упаковкой. Вкус чизкейк вижу, шоколадный трио. Просто не вижу цену, сколько стоит. Да, тоже новинка, друзья мои. И сколько здесь в упаковке? Наверное, 500 грамм, да, 500 грамм. Давайте покажу вам поближе состав. Пальмовое. Есть масло. Редко, когда бывают сразу апельсины, протертые с сахаром, и лимоны. 84 рубля за 570 грамм. А здесь есть и то, и то. Многим не нравится. Нам очень, например, нравится в чай добавлять. И полезно, и вкусно, и ничего больше нету в составе, только лимоны, апельсины и сахар. Далее, вафли мягкие, без начинки, по 101 рублю за 600 грамм. Кстати, они очень вкусные всегда. Вот здесь, по-моему, тоже новые печенюшки, по крайней мере, мне они не встречались. 177 рублей, восточные сладости, мучные, килограмм в упаковке. На вид прям выглядит отлично. Состав покажу вам.
конечно, очень обидно, когда в составе сразу пальмовое масло. Это ужасно. Нужно, конечно, от этого уходить. Очень-очень-очень большой вред сосудам и всему. Но это не то, что в светофоре. Сейчас все у нас, все сладости входит пальмовое масло. 101 рубль стоит вот такие вот конфеты. Очень смахивают они на Баунти. Ну и по цвету, да, упаковки так. И на Твикс тоже похожи вот эти. 100 рублей. Давайте смотреть дальше. Яйцо куриное, пищевое, столовое, сорт 2, лоток 30 штук. 120 рублей. Ну, мы с вами видели прям крупные такие, но эти тоже, я не скажу, что мелкие. И вот ценник на вот эти вот вкусные 119 рублей, что я вам говорила, похоже на марсианку, за 500 грамм, 120 рублей, можно сказать. Здесь новинка, гречка появилась, пакетированная, 67 рублей, 8 пакетиков по 80 грамм в каждом. Раньше у нас был только от Увелка вот такой рис в пакетиках, я имею в виду. И теперь есть гречка. Мне прям понравилось сейчас в этих пакетиках. Очень удобно. Ничего не сгорит, не убежит. И от Увелка вроде неплохая вообще. Гречка и вся крупа. Овсяная кашка по 24 рубля. Тоже пакетированная, 5 пакетиков здесь. С яблоком. Покажу вам также, что очень хорошего качества здесь футболки мужские по 135 рублей, с 46 по 56 размерный ряд. Мы уже такими обзавелись, знаете, на каждый день бегать самое то. Не полиняли они, уже стирались не раз, рисунок не облез, не сели, не растянулись, то есть я вообще в шоке, что за такую цену. Ну и, конечно, это 100% хлопок, и посмотрите, какое разнообразие по цветам. Женские тоже здесь были, сейчас посмотрим. Вот они, наверное, 133 рубля с 46 по 56. Покажу вам сейчас, например, какие есть модели, цвета. И вот, к примеру, зеленую достала, розовую. Хочу сказать, что действительно размеры здесь прям полноценные. Вот 52, но он действительно идет на 52, что сейчас очень редко встретишь. Место у нас Узбекистан, производитель, и вот указано, что 100% хлопок. Цветовая палитра тоже разнообразна. Еще есть вот такой вот джемпер женский. Он считается уже как большой размер и стоит 285 рублей. Вот здесь ценник с 52 по 58. Для примера вам показываю три цвета. Кармашек есть. Ну, он такой декоративный, из поедок. Придает изюминку точно. И они даже, мне кажется, что больше мерят. Сзади они подлиннее, чем впереди. Очень приятное к телу качество. 5% эластан, 95 хлопок. Немножечко тянется, и это очень приятно. Женские платья 286 рублей, 100% хлопок, 46 по 58. И рукав 3 четверти. Разные тоже они по цвету и по орнаменту, который нанесен на платье. Вот здесь вот цветовая палитра. Женские трусы 36 рублей в горошек. Сразу хочу сказать, что они маломерят, но качество 100% хлопок. Это правда чувствуется. В двух цветах, белый и вот такой вот бежевый. Смотрите, здесь также есть банки для хранения с декором на 900 мл, 58 рублей, они с крышкой. Всем понравились эти банки, многие уже их покупили. Мне нравится, что это стекло и крышки разные. Можно еще пластиковая, которая закручивается тоже. Классная новинка мне встретилась из посуды. Цену еще не выставили на нее. Посмотрите, какая тарелка. Такая нежная. Это стекло. Сейчас почитаем информацию поподробней. Чаша для фруктов, это даже считается, 26 на 26 сантиметров. Допускается мыть в посудомойке. И кто у нас производитель? Россия даже, представляете? Материал стекло. Только такие цвета. Такая нежнятина прям.
но они не глубокие. Конечно, вот эти белые кружки также есть в продаже по отличной цене, 44 рубля на 360 миллилитров. Появились перчатки резиновые, 539 рублей, 100 штук или 50 пар. ПВХ, здесь галочка стоит, что М размер. И вот такие еще в другой упаковке. И здесь есть открытая, вот посмотрим, ну вот такие вот они стандартные. Сидушки на завязках по 116 рублей, 40 на 40 сантиметров. И здесь просто огромная гамма расцветок. Такая приятная под замшу. Кстати, неплохие они, завязки с двух сторон. 100% полиэстер. Полотенце крупная вафля, снова их завезли в разных абсолютно расцветках. И стоит 45 рублей. 40 на 60 сантиметров. Я думаю, что будут впитывать отлично, потому что очень приятные на ощупь. И большинство яркие цвета. Был еще такой синий, но сейчас не вижу его. Еще новые полотенца. Жаккардовые 50 на 80 сантиметров. 123 рубля, вот он ценник. Полосочку. Приятная махрушка на ощупь. Думаю, будут впитывать, как и прежние, очень хорошо. И посмотрите, вот 4 цвета вижу. Пенал, можем посмотреть его поближе. Интерьерный тут прямо очень удобно к нему подойти. 1828 рублей, 173 на 565 на 265. Это его размер. Мне очень нравится цвет. Какой-то он необычный. Может быть, кто-то уже купил. Напишите, пожалуйста. Очень интересно. За такую цену я считаю, что неплохой. Вижу, что есть ножки. Не будет портить покрытие на полу. Ну и сделан так на совесть, знаете. Ни кривой, ни косой, ничего подобного нет. Сзади я вижу, что они в упакованном формате. Вот они. Карабах запечатано. Это жарко для обуви. 368 рублей. Три полки. Вот это новинка, не было ее такой. Конечно, она пластиковая. Но небольшая сама по себе. Еще появилась новая корзина для белья. Очень красивый нежный лавандовый цвет. 298 рублей. С крышкой. С ручками по бокам. И вот она цена. На 50 литров указано. А дальше покажу вам. Но смотрится очень хорошо. И знаете, что ни странно, крышка так прилегает отлично. Не кривая, ничего. Пластик не ведет, я имею в виду. Ручные садовые инструменты все так же есть. Много хозяйственных контейнеров. Баки для пищевой продукции на 10 литров с ручкой. Жидкое мыло, также мыло вот такое обычное, кусковое. Просто покажу вам, наверное, вот таким вот планом, потому что каждый обзор, можно сказать, показываю это все. И смотрим еще, что по новинкам у нас будет. Много макарон разных-разных, также специй. По специям, что тут у нас новое, по 20 рублей, кстати, очень выгодно. 22 грамма. Куриный бульон Галина Бланка, 126 рублей. Здесь 10 брикетов по 48. Нет, здесь наоборот, 48 кубиков. И я так понимаю, что они по 10 грамм. Хочу посмотреть, что входит в состав. Как-то никогда не беру такое. И просто интересно, смотрите. Кстати, в одном из обзоров показывала вам вот такую вот шоколадку «Золотой орех». И думала, что она по цене такая же, как белочка, но цена другая, 93 рубля, вот 190 грамм. А белочка у нас 77. Хотя я думала, что они похожи.
Так, детские истории с молочной начинкой мы уже с вами тоже видели, встречали. Не везде он у нас еще есть, эта новинка. 8 порций без пальмового масла. 200 грамм шоколадка. Стоит 90 рублей. И вот смотрите, что для деток еще появилось. Это вот такие вот десерты. Посмотрим, сколько стоит. 98 рублей. И давайте посмотрим, что это такое. Два десерта с подарком. Игрушка в каждом яйце. Получается, у нас серия «Три кота». Это мимимишки. И Буба. Постер внутри. Десерт, игрушка. Какая-то головоломка или лабиринт. Ну, я думаю, что деткам будет интересно. И стоит не так уж и дорого. Маленькие вот такие прожекторы. Также здесь есть в продаже. По 198 рублей. Мы их видели уже с вами. Лампочки по 33. Холодный свет. Светодиодные лампы. И фонарики аккумуляторные по 87 рублей. Друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. В холодильник специально не ходила, чтобы снять его полностью отдельным роликом, видео. Поэтому спасибо вам большое за внимание, за лайк и подписку на канал. До новых встреч. Всем пока.